Вот мы доехали к Паше. Бакситы. Стало быть, будем нырять. Что я могу сказать? Здесь что-то подо льдом. Вода. Там караси. А здесь энтузиазм подводного движения. Здесь герои гидрокосмоса. Настоящие мужчины, которые не побоялись встать со своих диванов в выходной день субботний и поехать за 3-9 земель, там где мороз, снега вообще по шею, лед, холод, и вот одеть на себя гидрокостюмы и нырять в эту холодную воду, которая вряд ли повышает температуру больше 2 градуса тепла, ну может быть 4. Но она нереально прозрачна, здесь практически как Красное море, только холодно. Что там делать, да? 30 метров, 30 метров. В прошлые выходные был прозрак. 30 метров. Обалдеть. 30 метров. Я абсолютно без шуток. Вот мы и посмотрим. Вру. На 20-метровой глубине фонарь практически не светит, его не видно. 15 я видел. 15 я здесь видел, а вот 30 посмотрим. Рулетку возьми с собой. Я тебя буду на веревке выпускать, смотреть. И кричать тебе, ты меня видишь? Ты меня видишь? Те, кто первый раз, чтобы понятно было, куда приехали, там проще уже будет смотреть. Вот где звездочка, там мы. Мы стоим сейчас на бетонной дороге, мы по ней ехали, бетонка. Бетонка по карьеру так туда и идет, по центру. Справа-слева от вала растут деревья. Надо занести ее, надо здесь от этого компресса. Где елочка, там причальная стенка, там сразу 3 метра. То есть пароход паркуется здесь или там. На 3 метрах начинается Диснейленд. То есть по бетону там набросана всякая вот хрень. Она называется Диснейленд. Водолазы, манекены, телевизоры и прочие хрени. Какой там только как бы нет. На десятке первый пусть стоит, там стоит стол примерно вот таких размеров. Это для опят. То есть опята упали по кончику, на столе посидели, сняли маски, загубники, всю свою хрень. Стол очень удобный. Тут же баба валяется, ковровец, водолаз в старом советском тигуре. Выход на лагуну 17 метров, заканчивается, по идее, Диснейленд. Там старая кровать за ветушками стоит. Следующий рек, 20-й, тьфу, рек. Следующий, сверху 20-й плавающий якорь, бочка стоит. От нее вниз цепочки, внизу на 20-ке лежит... старый адмиралтейский якорь. То есть эти цифры, это глубины. Следующий, вышли на основную платформу, та, которую все любят работать. 40-я платформа, остатки насосной станции. То есть карьер, когда разрабатывался, вода все время поступала, ее нужно было откачивать. Платформа представляет из себя 6x6, то есть 36 квадрат, такая плавучая платформа. Пришли с кубу, одели, разделись, все то же самое. 40-я платформа, вниз идут ходовики. Платформа 7-10, каньон, очень красивый. Для опят опять очень хорошо. То есть каньон расположен на глубине 7-10 метров, и он вот такой вот пальмой. Он тоже как бы интересен. Следующая платформа 7-30, то есть у нас получается сразу под нами широким шагом 7, еще плюс вперед 2 шага, и ответственная стена 23 метра. 7-30. Следующая платформа, 20-я. Это РЭК наш, затопленные предметы. То есть это резервное водохранилище города Бокситогорска, до 2000-го они водой питались. Платформы упали, сразу под нами трешка. По трешке упали, туда по трубам сразу валимся, там получается у нас до 20-ки. То есть сранцы, трапы, флянцы, прочая всякая технологическая хрень, остатки водозаборной системы города Бокситогорска. 17, следующая платформа, 17, здесь Жигули валяется, шестерок. Следующая платформа, 17-я, то есть 17-й каньон, опять же, он такой же, как и 7-10, только на глубине 17 метров каньон. Каньон очень красивый. Следующая платформа гостевая, это с обратной стороны, и там у нас как бы тоже подходит бетонная дорога, и там расчищена площадка, на винтокрылах там садятся. Винтокрылы садятся и здесь. Вот коротенечко, как бы вы куда приехали. Буква М и Ж вот туда. Единственное, он сейчас как там овраг, по трапу спуститься, сейчас он, правда, замерзший. То есть мы им пока как бы не пользуемся. Ну вот все, тут Yellow Submarine, белый офис. Там компрессорная, там генераторная. Наверху тоже там хорошие, это как бы, седалищные места. Для девочек вон там качелка есть, по трапу можно спуститься. Очень хорошая качелка. Это, видите, недостроенная причальная стенка, это пляж. Это понтоны, строятся уже под плавучую баню. Два понтона загоняем под 40 бочек. И баня у нас вот вчера закончили строительство первого понтона. Два понтона вместе, то есть понтон будет 6 на 12.
а 40 бочек. И баня с ранцевой доской по карьеру, и я на гармошке. Раскинулось море широко. Понятно. Вот все наши, как бы, вот тут 33 удовольствия. Тепло, светло, уличное освещение. Все есть. Все, теперь можете гулять. Это у нас есть Диснейленд. Вот у нас дайв-сайт якорь, очевидно, да. Хотел смотреть, в форме якоря и сделан, обалдеть. То есть это вот реальный якорь на снегу. Вот там вот у нас 7.30. Вон у нас 40-я платформа. Там шестерка вот тут. Да. В общем, вот такой вот у нас какой-то обзорчик. Аккуратнее, туда можно упасть. Ну, это сверху верхний слой, как бы. И все равно такие разводы сразу. Угу. Верхний слой трескается. Все, кто первый раз, рекомендуем нырнуть на каньоне, вот там платформа видна. Там глубина 6-8 начинается, ну прямо под платформой. Там есть плавание, кто-то съедит. И каньон, там действительно прям каньон, там даже можно с ним поплавать аккуратненько. Вот. Ты что, любишь пещеры? Дипозные пещеры. Вот. И, соответственно, если пойти до желающих глубины, так сказать, заглубиться, если пойти вот в сторону вот этой платформы, там Сараповка, да. Да, то там начинается с 8 метров начинается такой уступчик и достаточно крутой, градусов 45, а то и 60, свал до 20 примерно метров. Ну, даже хватит, наверное, веревки заглубиться. Вот, можно там пошариться. Хочу поздравить. Ты как? Торнадо. Ты на каньон или с нами? У тебя какие пожелания, мысли-то? Что значит на каньон или с нами? Это ты на каньон или с нами? Да я это самое, по сальтику стрелять могу. В каком? По Диснейленду там? Нет, вот поэтому. Ну, это лучше будет, потому что диаметр меньше, усилия меньше. Давай быстрее. Быстрее? Потому что диаметр меньше. Вверх вытягивай, все. Усилия меньше. И все, его можно сломать, надо за ним сделать. Нет, за этот, за этот. Там закончится я дать, подожди. Максим, я его выбирал очень тщательно. Глубже и покажет сейчас. А, ну если глубже будет, тогда будет глубже, Макс. Да. А если не будет, дай без ограничений. Будем дальше двигаться. Он в дно упрется, компьютер упадет на дно и все. Нет, пилить хорошо будет, ну и так достаточно. А вот под грузы только проходит наш супергруз. Подожди, ты рано складываешь. Я не складываю. Я разбираю, наоборот. Я складываю. Не разбираешь, чтобы уронить. Макс. Ага. Ну, складываю, я разбираю. Ну, показывает 18 опять. Скорость погружения, в принципе, не погружение аварийное тоже. Не рекомендируется. Ну, скорость погружения никак не влияет на режим декомпрессии. Единственное, она влияет на азотное опьянение. То есть, когда ты очень быстро летишь вниз, блестяшки. Там порядка 25-30 падения. Очень быстро. Очень глубина большая. Азот очень быстро накрывает. То есть, процалка подскакивает. Очень круто. Да-да-да, есть такое дело по природе. Когда медленнее идешь, то успеваешь адаптироваться, а когда вот именно летишь прямо вниз, я говорю, метров 25 летишь со скоростью, когда прям ну, со скоростью, или просто свободным падением. Азот очень быстро накрывает. Ну, не берешь Осуществляем детские мечты, топчем лед. Да. Ну как выручка. Вообще не чувствую, что будет. Что будет? Да. Круто. Хороший был, блин, мне нравится.
Это я свой шунта зуб сломал в первый день отдыха в Египте. Да. С маской пал, думаю, дай-ка занырну, и увлекся. На 20 метров занырнул. Пилу сразу. Всплываю, он мне 10 метров показывает. Пришлось разбирать, батарейку вытаскивать, дай в центре. Он по каким образом сломался-то, погоди, я не понял, что там. Зарип. Потому что я очень быстро нырнул, соответственно, там повисел секунд 10 и всплыл просто с маской. А, я понял, да, ничего. Ну, при этом вздох? Да, странно. Все, он зарип на 10 метрах. Странно, не должно быть так. Ну, я он тоже так думал. Он же еще и дайверский. Я тоже он же еще это для фридайвера. Да я не знаю, наверное, нет. Да там есть режим, скорее всего. Да. Сунтов во все свои почти пихают. Ну, вот этот самый дешевый зуб. Ну, вот с ним осторожнее, короче. Я понял. Не чайло. Чайло, 18 метров. Я просто глючит, не может он. Три раза, это уже плато. Это уже закономерность. Плато, да? Да. Что нам надо? Что мы ищем вообще? Что вы ищете? Мы ищем границу свала. Просто если на плато, просто плавать на плато грустно. А вот свал, там я А ты меня сними, да. Чисто тест. Попробую новый бур. Да. Тест. Торнадо М. Ледобур Торнадо М. Производство Барнаул. Он двуручный, Миша. И двумя руками можно. Двумя руками. Глубоко не надо. Все, вверх можно уже. За нижнюю ручку вверх. Ваши ощущения? Замечательно. Легче, чем тот-то точно. Однозначно легче. Когда так херово вытаскивается. Желающих нет, да? Желающих есть, дураков нет. Вот так вот можно. Покажи, я что-то не понял. Да. Вы не смотрели последний уральский пельмени шоу? Называется «Хозяйка медной сковороды», нет? 18 метров? 21! 21, Дэн! Мы приблизились к малу. Локально это не знаю. Локального понижения нет, он там был просто по обе. Не посмотри так быстро, компьютер должен успеть. Эй, что ты делаешь? Меня это сам обратно закручивает. Люк, заняли за ручку. Все, может, он еще ломается. Ну, а? Какого узелка? Нет, здесь 20-ный, 22, наверное. Ну, там, кажется, 20-х. Это меньше, по-моему, на самом деле. Тут меньше, мне кажется. Короче, все. Вот сейчас мы посмотрим, сколько глубина. Я ткну в первое упавшееся место, и мы там пили майну. Меня запарило, если честно. Ну, блин, мы сейчас Дику делегируем полномочия. Нет, не глубоко, я уже так чувствую. Я могу побурить, хочешь? Давай сюда, ближе к ракету. Малый бот. 19! Давай даже не будем мерить, просто забуримся и сесть. Ну давай, нет, ну сейчас без карьеры сбираем. Еще скажи, что тебе лед жалко. Должны рыбить кислород дать. И что? Ты понял? Вообще кайфушно, да. Ножички. А ножи 200 рублей стоят комплект. В самом магазине, блин. Я покупал на самом скобарском магазине 200 рублей. В любом рыболовном. Забираешь для барнаульского вура, и все, не паришься. Затупились мне. Для барнаульского вура. Самое хорошее, что это отечественный бур. Мы поддерживаем отечественного производителя, а не всякие буржуйские штучки. Вот такое же, пардон, устройство в лапе, в магазине, стоит где-то порядка 90 евро. Самый простой бур там стоит 40 лет, билтомовский. 40 лет. У нас, вот я его в сплаве взял за 200. Круто. Хотел показать, как это делать. Может, на 40 лет нырнем, Денис? Смотри, как он. Ну, подожди, я буду... Это надо заснять.
Левую руку или правую? Подожди, я не понял. Слишком очень быстро, я что-то не успеваю. Вообще, ага. Компьютер осторожно. Надо бить. Потом еще бег. Раз показать. Да, надо будет еще раза два показать. Пять. 19! Никто тебя за язык не тянул. Давай на строките нырнем, Денис, ну запаривай. Там уже наныряли. Мы же либо тут, наверное, Денис, вот здесь, он дальше сюда шли. Язык, скорее всего, вот туда идет. А как бы идет, да? Ну какой-то, да. И уйдет туда. Дик, я что-то не понял, подожди еще раз. Покажи еще раз. Вот как так, а потом вот так. Я что-то не получается. Засасывает. Да, херня полная. Делаем ставки. Может, вместо компьютер показывает две цифры. 18, 21. 24. Херня вообще есть какая-то. По-моему, опять 18. 22. О-о-о-о! Прибавили вот, еще справа. Один. Курятся. Ну, у вас нафиг. Ищите свои 40 метров. Ты, кстати, ты знаешь, я, наверное, тоже на коне пойду. Паша заталкивает льдину под низ, потому что широкого льдина. Очень мне не понравилось. Куда не стоит, да? Они скрыли хотя бы кусками, нет, какая-то, она еврейская какая-то. Ну ты покажи, как надо ее пилить. Не, вообще не удобняк. Она наваривает, а что она прямая была, она видишь, обратный зон умеет. Ну давай, кто быстрее. Ай, Дик, давай! Вот сюда будем вытаскивать. Вот сюда встали, отсюда снимай. Не портик и стали прозвать. Не будет, не будет здесь. Будет. Нет, будет. Да ты и так упадешь на одну, блин. Как не всегда. Не надо. В совершенстве владеет тримом, задним фрогом и всей этой хурмой. В совершенстве владеет способностью потеряться где-нибудь на стенке с отрицательным уклоном. Ну. Мне кажется, она, если бы вы прислушались с нами на том погружении, то потом из костюма у вас было бы тяжело извлечь, кирпичи бы мешали. Кирпичи-то хрестные, зато вы легко вылезли. Как по маслу, прости господи. Не, а если бы, я не, если бы мы были бы на воздухе, мне кажется, я бы точно обосрался. Это про когда? Когда мы на Ладоге. Под столы? Да. А, не съесть второй, да? Я и на геле, честно говоря, ну, потом не, отошел не, в сторонку и выгреб из штанины. Мне неуютно тут погружение вспоминать, на самом деле. Действительно, по жести как-то. Причем предыдущий день на 60... Полторация пикает у меня. Предыдущий день на 60 было спокойнее как-то, да, Макс? Да. И Виталика с тобой. Виталика, а Виталика с шести фонарями. Макс, я, честно говоря, не хочу больше по той скалой всплывать, слышишь? Не, ну когда уже ты знаешь, уже не так страшно. Не, ну... И... Стой! И... Раз! Тут 20 минут. Не надо плавать, там и... хорошо. Два. Валим, валим, валим. И два. Давай, 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 давай! Ничего не можно меня сделать. Красивый рядок, двухслойный. Ну там просто нас на якоре пилили, когда верхнюю часть спилили, вот так, да, сковали. Очень удобно взять. Как нам пройти? Красота. А? Да мне кажется, так нормально. Очень удобно взять. Отверстие имеет допуск конечности в несоответствии с требованием. Да. К данному инструменту. Да, видно, работа. Давай. Ты тоже можешь такой. Да, он двух оценок. Да. Это, видимо, снег, который таял, а потом превращался в лед. А это чистый лед, который, чистый лед, который не, да, ну, на глубине. Да, от воды.
лопат у нас нет, да? Да это сейчас растает. А лучше очищать будем? Опа. Денис, рано. Ага. Идеально надо было кого-нибудь сбить. Не, я вот... Раз! И... Видели бы у меня саны сзади, да? А ведь никто не поверит, что врет. Потому что это были таблетки для посудомойки. Она же 10, но двойная. Точно. Маленькая дырка. Мне казалось, что в шапке была больше. Шапка была больше. Больше была в шапках. Положение сейчас перекусим. Потом отныряем, а потом уже еще раз перекусим. Расплодится. Хочешь покрутить? Ага, снеговик. Она не разведена совсем. Где? Там, Филат. Миш, а мы... Вот, да. Что-то я много вкрутил, да, получается? Тут зависимые точки страховки-то были. То есть ты хочешь сказать, что и катушка нам не понадобится, Маша? И катушка нам не понадобится. Вот это майна, то бишь каньон, 7-10. Здесь не глубоко, но очень красиво. Так что сейчас оденемся. И помаленьку, полегоньку, первая наша часть пойдет нырять. Кусок лады плавает в проруби. Зеленый. Ужас. Ну вот. Кручиваем ледобугры, чтобы закрепить конец веревки. О, вон наша вторая команда. Вон люди нормальные. Да, этот другой. Батушки две. Угу. Ну да, прут все на ватрушках. Китаева. В душе тепло и хорошо. Все кайф, по-моему, везло. Мы в майне сидим, шуется. И он не просто вот так вот ходит, а каньон, он такой многоходовый, он как пальма. То есть по нему можно кружить, ну... Там шхеры есть, пещеры, туда можно фонарем туда засветить, то есть там внутри как. Я рассказываю, как вот это, чтобы было понятно, вот известняк, да, только вот смотрите, вода собрала всю грязь, и остаются вот чисто голимые кирпичи. Очень красивый. Вот это каньон вот здесь под водой. То есть на каждом месте, вот здесь обследован карьер полностью, и ребята, что вот приезжают на тренировку, мы интересно походить на новых красивых местах. Правильно, вот сейчас они будут погружаться на этот на каньон. Каньон расположен в глубине 7-10 метров. Когда они дают, есть несколько сигналы определенные, когда начинается такое частые подергивания, вот такие вот. Клюет. Это значит жопа. Надо подсекать. Берешь конец в руки и поскакал. Вот так вот. Их оттуда тащишь. Это значит сигнал жопа. Беги. И Павлик бегит. И оттуда бойцов ты как обыкновенный трактор тащишь из майны вот оттуда вот. То есть это как бы вот... Поэтому все, кто сегодня погружается, все ходят с концами. И Макс тоже ходит. То есть сегодня у нас пещерников нет. На прошлой неделе вот... Приятель Макса был, они честные пещерники. Им конца вот этого не надо, у них есть допуск. Они вот на этой на катушке, как на спиннинге, они на ней катаются. То есть они могут уйти куда хотят и насколько хотят, насколько им катушка позволяет. Угу. Мне лучше на гармошке сыграть, девчонка поцеловать, на пароходе покататься. И это самое. По-любому. Да, просто в воду. Швармиться. А пещерники – это вообще отдельная категория. Это люди, которые, как Чернобель пишут. Я пещерников не понимаю на форуме, там они все там, между собой все пикируются, там все старые мастера.
пещерники самоубийцы, там туда-сюда, ему в ответ Панарин пишет, при соблюдении определенных допусков, там туда-сюда, пещерники вообще как бы у нас даже не было, а у тебя там типа курсанты вообще там через раз с рифлоу выходят. У них начинается пикировка. Они очень много там. Друг друга, да. Да. А это... Там тепло. Угу. Я знаю, сейчас сам туда пойду. Посидели там, пообщались. Понятно. Солнышко. Такой вот он большой карьер. Ледок поламывается. А у меня, короче, как курица. Ладно. Курица и есть курица. Заметь, не я это сказал. Ты подумал. А солнышко печет. Ага. Его греет. Ну что, тут клюет? Не то слово. Уже так клюнуло. Макс Кирилл, можно сказать, жареный петух. Понятно. Высота. Танго-танго. Я тебя за баллон и поехали к Мане. Маску споласкивай, морду споласкивай. Еще бы плюнул туда разочек. Сполоснул бы. Как они у тебя не мерзнут? В чем они у тебя такой, что ли? Поехал. О. Максим, давай ты тогда слева от меня будешь, хорошо, чтобы не путаться. Я справа от тебя, ты слева от меня. Поворачиваемся так же. Хорошо? Ну, своя манера, да. Пойди ты к этому привыкли. Поэтому лучше переспросить. Все, окей, боли. Я готов. Давай. Все. Давай. Веса не хватает, грузов, блин. У тебя BCD еще с воздухом. Так я его сдул полностью. Нет! У тебя BCD вверх не поднят. Вверх подними. Вот. Грузов у него не хватает. Да, у него опыта не хватает. Вот, наверное. А у них сухари или что у него, я не понимаю. Чего? Они в сухарях? Сухари, сухари. А я клапан не вижу, чтобы он травил клапан. Знаешь, да, наверное. Мой товарищ опытный, а ты ему скажи про клапан, да. Напомню. Ты клапан травил на сухаре? Какого хрена? Во! Руку вверх и трави воздух сухаря. Все, упал. Он мне сказал, что вроде давно не нырял. Ну и что-то как-то, видимо, очень давно не нырял. Нифига себе прозрак, а? Смотри. Офигеть. Не знаю, видно, не видно. Ну тогда-то он уже на дне. Это десятка, наверное, уже. Семерка, десятка. Да. Что-то такое. А, ну я спрошу его, окей? Окей. Мой отзывается. А я окей. Опять выскочил. Она упала вот на эту 20-25. Ну, в общем, там светло. То есть мы пули 34 метра, мы фонари погасили. Через пару минут глаза привыкают, и вполне видно вот эти все стенки, барханы. Потому что фонарь ярко светит, он высвечивает пятно. А без него видно прям вот, ну, стенки, все видно. Но до 25 лучше прозрак. То есть там не то, что прям совсем мут, ничего не видно. Ну, метров 5 видно как бы. Но... 5 метров это не прозрак. Ну, для Бокситогорска, да. Для меня это не прозрак. А выше там все нормально. Там я все следил, что там ночью осталось 5 минут, 2 минуты осталось, что там Денис показывает, а у меня там уже тикает вовсю.
Спиной ко мне развернись. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Окей? Окей. Окей. Это я вас переживаю, мало ли, блядь. Мало ли, тебя лучше столкнуть уже. Мало ли, наглотал. Не проблем нет. Да-да-да-да-да. Ты чё? Как ищите? Девятый. Я ходил по этим... Подожди. По Черкесскам, Гоглам, Черкесскам. Пока. Где? Давай постою, а ты сходи перелезь пока. Дашь мне рукавички? Да, подруги, веревочки. Веревочки. Так. Не, я пойду. Раньше-то было вода, вода. Я помню, как Миша чуть не утонул. А из-за этого? На полтора метра глубины. Вот это. А, теперь нормально стало. Посмотри, таких мучений нет. Адово. Как пойдет? Тебе же нужно будет везде в руке держать, ты понимаешь, да, знаешь, да, да? Если тебя дергаю один раз, ты должен тоже раз дернуть, да. Все окей. Окей. Если там дергаешь много, значит там вытаскивай нахрен, да, спасите, да. Если, соответственно, три раза дергаешь сверху, веревка кончилась. Если, соответственно, три раза дергаю я, типа я говорю, что иду обратно. Вот. Если ты дергаешь два раза веревку сверху, это означает сколько воздуха. Если я дергаю два раза веревку сверху, это означает дай веревку. Ее мне мало. Ну, два раза опускаем, оставляем только один, все окей, окей. И паника, оставляем, да. Три раза, и даже лучше вообще один раз, и много раз, это значит там спаси, помоги, потому что можно три раза прочитать, как что другое понять. То есть один раз, это значит там все окей, ага. Несколько раз, значит там вытаскивай. Нет, три сверху еще оставь, то есть если верхушка будет кончаться, меня предупреди, что она кончается, например, сверху. Что, рыбок уже? Эй, Майя! Я в тебя хочу. Я в тебя еще не другу. Так, а теперь перчатки вам. Эти адские перчатки. Они теплые, но мне их не один самому. Это не мои, это этого нет. Самого. Мне теперь надо было мои делать. Дениса. У меня нормальные такие, 5 пальцев. Нет, не надо 5 пальцев. По такой воде я не хочу. Нормально. Вот три самое то. Такой воде. Thank you.
Thank you.
Или еще? Все или еще? Ворочусь, наверное. На счет три. Раз, два, три. Подожди. Еще раз. Пошел, пошел. Пошел, бабу. Ну как? Сильно там взломущено? Слушай, не, ну... Нормально. Взломущено нормально, но с веревкой кто-то пошутил. Чего? Меня вот так вот трясло, я ее накрутил. По дну там. Сильнее надо держать. Натяг. Дергаешь, вроде все нормально, а потом, хоп, я вытаскиваю. Не так знаю, вот метров... потому что натяг надо держать. Метров пять, блин. Вот так, что нет. Ты делал, чтобы держать надо, понимаешь? Фух. Ну я старался, так подергивал тебя. Я думал, тебе хочешь потом видео покажу, потом вот, как это выглядело. Да. То есть это метров 10 я ушел туда, вот, оно обернулось в какую-то ветку. Я метров 10 ушел обратно. Понял, что все равно ни хрена не получается. Еще обратно в 3 уже вернулся до ветки. Метров 10-15. То есть это примерно вот так выглядит. А еще и весь промах насквозь. Да, и сейчас я, наверное, побегу без всякого костюма, просто переодеваться, потому что во мне ведро воды. Перчатки же тоже. Так оттекает, да? Ты не послал, как подтекает. У меня ведро, наверное, воды в ногах сейчас. Не говори про это. Это жутко. Сейчас сниму ласт и просто пули туда. Ноги, а? Быстрее снизу забью. Реально холодно. Наверное, ведро где-то. Все ноги. По пояс. Ого, да.
мама берет. Мы его окунем так. Я тебя умоляю, только не снимай все, я это снимать буду. Выключи, да? Выключи на секунду. Ничего, запикаем. Нормально, такой кекс. Черный квадратик сделаем. Странно, когда толпа мужиков смотрит на голову мужика. Ой, как хорошо, да? О! О! Боже мой, как офигенно. А там уже сломали, да? Да, да, все, можно. Здорово. Можно поплавать даже. Ой. Голой жопой в холодную воду. Ну, классно. Кайфуешь, Марфа. Да? Посиди тогда, пойдем чип пробьем. Достаем? Да, достаем. Вниз, на руку. Осторожно. Раз. Два. Здесь. О. Повредили, самое ценное. О! Вещи. Все, пи. Ай.